Я ебу. Блять. Вайпался в десятке в тюрьме на собаке с рельсами, с этими ебанами. Где-то пиздец было. Кридж, нахуй. Я с пугами закрыл собаку первую с первого трая и вайпался на первом боссе. Лол. Ну то чё, вот о чём тут говори? Этот фонарь, кто там на профи, в кукле, кто в чем? Скорее всего, я в Обаме. Хорошо. Вот эта хуйня сразу надо кому-то быстренько 10 ставим. Быстрее, быстрее, быстрее. Ясно. Вот эта хуйня надо кому-то. Конфилу закидывай, если что там. Если что, уже после босса разролишь там на трэше. Так. Перчи тоже закидываю. Если снимать надо кому-то, ты не забывай говорить. Типа, да, я да. Сижу за рычаг. Да, я пока на распыл кидаю. Ну вот это тоже хуета никому не нужная, бесполезная говно. Ну я... Следишь, что там тебе говорили, Левичка, в ванхолика спекать? Секунду. С этого трэша сосуд сама бы или нет? Нет. Дай мне. Чё тебе дать? Да. Я не сюда же шкаф поставлю. Надо туда шкаф, да? Запустить и протонуть. Не шкаф, просто порт поставить, за ударить и протонуться. Слышишь, нет? Ты подвис. На скеле. Можешь дождь там, я не знаю, что. Дай, да блять, да закройте, блять, дайте сказать. Волконфил. Ты не закрылась. Волконфил. Надо до двери добежать, Юля. Блять, кто знал так? Сюда, ой, сейчас чуть-чуть дальше надо добежать. Напиши лучше пизду, это хуй переговоришь эту хуйню. Они же не остановятся. Нет, это шляпу. Алло. Шапку дай, Волконфил. За 10 я этому. Написал, ты чат не видишь, я тебе 10 поставил на ставку. Да, может, прокрутился чат. Да, я понимаю, конечно. Не, я это не увидел, я ему уже закинул, а там разница где-то 3-4 секунды. Не успел, наверное. Ну, Волконфела есть. Ты не распылил же еще? Шапку. Не, ну вот ты ему закинь. Ну и все, минус 10 этому друиду. Вот видите, все как решается без голдежа, без всякой хуйни. Просто надо немножко проявить терпение. Че вообще шмотки пылить? Типа 5 га, 5. Ну блять, чтоб масло делать, блять, пацанам, понимаешь? Масло. Нужно масло идет, эта хуйня. 82 голды, ебать. Так, эту всю позиционку вы знаете, метки не буду никакие ставить. Вы знаете, где от слизни выливаются, те что, левичка. Колбы когда разливать. Сразу чек и будем ебашить. Если что, у нас массакры нет, только один сейф от левички и все. Так что это... Если что, гимны на хп дадите, там скажите, что отдали там на свое усмотрение. Если вдруг хуево будем просаживаться. Фонарь готов? Чердейница. Фонарь в чушке или левичка? Фонарь. Я не готова, не запускай ничего. Левичка АМТ что? Окей. А на кого СС надо будет кидать? СС? На этого. На Бобурсона дай. А обчина Арислина. Бобурсон, диван готов? По ком давать потом, если что. А первым... А, ну да. Войт скажет. Нажимайте да. Чтоб сразу в таргет взять, просто кто у нас танчит. Вытащи двух так, танков сразу, левичку я и фенерану. Внимание, даю макрос. Ой-ой-ой. Ладно, макрос. Ебать, я надеюсь, вы там приготовились конкретно, блядь. Да. Ну всё. Рейд улучшается на глазах. Параша летит, лужа. Чё, две в мелизоне, заебись, чилим. Обаму хотать не забывайте. Ну, подведи к зеленому. Успеваешь плюнуть? Да. Плюнул. Зеленого освещаемся, фулл ДПС. Ебать, охуеть. А плевок висит на нем? Что-то я не вижу на нем плевка. Плевок да, висит, да, висит, да. Висит. А вайп, а, нет. Вон вижу. А вон вижу. Что-то я ничего не чувствую.
Только переплюнуть надо сейчас. А не, не нужно. Ну смотри, если лужу растянешь, в принципе, можно. Давайте добивать, там уже добьют, уже не надо. Меним. Ретром. Не успел спастись. Вставалку юзай. Ставь тотем сразу. Владыка гимноману. Чисто для ретри. Выходите с лужи. Нормально, значит фул мана будет. Каску лапы пристабав, если что так, для справки, для шамана даем. Пельмешки. Меня носить? Да блять, ну их вы их видите сами. То, что сейчас словили, это просто стояли возле земли. Я спрашиваю, а носить? Канты нажмите ФД. Ну я вообще редко аноншу, честно говоря, даже не аноншу. Красный. Через раз буду говорить. Побежали. Кринчики. Смотри, это, не беги на колбы на оранжевые. Не беги на колбы, сука, сдохнешь. Ебать, ясно. Надеюсь, нормально, он нормально. Нормально. Так, Масси, Стервей, пельмени, да, словили? Масси, Стервей, вы тут? Надо на вас метки поставить, чтобы за вами посмотреть. Что-то вы от пельменей не отошли, похую было, да? Понятно. Зеленого бьем. Плюнул. Значит, мы его быстро перевели очень. Мы сейчас добьем. Давай Т4. Левичка. Давай Т4 захилим. А, сейчас добьют РДД. Так. Стервей, ресы, апчи. Переводим или стопаем? Стопайте. Стоп, дамаг, отошли от босса, отвернулись. 2%. Переводить будет тот же дотка, эндертач. Пока 2%, там можете подбивать дотки, подкидывать. Красного все остальные сейчас играем. Глянул. Все, эндертач, от же дотка бейте по боссу. Все, красного зергаем, после этого переводим. Колбы. Успеть. Все, переводите босса, милики, уже бейте. Ням-ням-ням-ням-ням. Сука, не успел. Отсюда начинаем и... Вводим справа. Короче, как поведешь, так поведешь. Слева пока. За левичкой смотрим. Левичка, давай его возле стола где-то вот тут остановить. Далеко не веди. Ага, вот. Геру. Геру дал. А, вправо ведем, в сторону зеленого. Вот, по часовой стрелке идут, если что. Рейд пока тут стоим. Сейчас пельмени вылетят. Вот пельмени отошли от пельменей, потом обратно вернемся. Вот они упали, две штуки, да? Вернулись обратно сюда, где они упали. Так, стаки на левичке. Три штуки. Видим, да? Я вижу. Я скажу, когда. Лужи отводим. Лужи отходим РДД. Забрал. На левичке 4 стака. Левичку диван бобурсом. Отведи чуть-чуть. Чтоб колбы не достали. Все. Отходим. Дай черебах. Паладину. Все, вернулись обратно поближе. Вот сюда, вот так, где квадрат. Ярим. Ну, Бобрсон, надеюсь, тебе выпадет колба, блять, и мне завтра. Да, да, надеюсь. Колдую пояс отдельный. Так, добьем. Колбу. Так, лужи, смотрите. Вышли РДД тоже. И пельмешка там. Он налетит. Дадите. Отдайте. Ага, 10 кул. А, Люля, как дела? Ну, дела. Там все уже, бой кончился. Так, аджидотка. Люля, дела, заебись. Я и видел, как ты пельмешку словил в конце. Бегите на совет, ставьте шкаф, там меня сумнете. Осколок есть, реслин? Вот эта хуйня надо кому-то? Да, да, да. Паладину, Бобрсон. Что-нибудь вреет Бобрсон. А чё, раз уж там кто-то собирает посох, может слева пройдем? Да не, не. Что там, 5 душ. Так, вот эта хуйня надо кому-то? Взять себе, что ли, на Т4? Возьму себе. Ой, на Т10 возьму. Думаю, вам никому не надо. Так, осколка нет. Надо было вместе с трэшем агреть, когда чистить. Лут поставил. Лень. Сумните там. Кто там, Люля или кто это? Или апчи, если добежал. Добежим. Ага. А все, в принципе, не ставьте в пизду, не парьтесь, просто начинайте трэш бить. Тут Милхант и Гринскинг только стоят. Добегут.
Я уже бегу тоже по коридору. А что, ты все разролил? Да, я ну, знаю. Там БЕшка была. Я от G-дотки закинул. И... Да, БЕшка там была. Ну, пояс. Ну, хламида БЕшка вроде, да. Угу. Две параши. Токены без понтов. Полутаю колбу, когда уже все с гирки ходить будут. Да, по-любому. У меня еще нету колбы, кстати, по секрету. Я, если что, фуриком играл, чтобы ты понимал, шеем сделал, и у меня ни воли, ни чешки, нахуй. Ходил с этим стринкой на хосту, который за 264-е залбебли. Ой, пиздец. Фу, кошмар. Вообще дичь, нахуй. У меня аж хуёво стало. Да. Да как мне было хуёво, ты бы знал. Так, чтобы не повторить опыт прошлых рейдов, вайпов точнее, это... Пошли, скорее всего, запулишь эту хуйню поочередно тактику, у тебя это должно бы нормально получаться. Только да не... ладно, вара. Только тачку, это, отведи немножко вниз, чтобы они нахуй не поднимались сюда, они сейчас все запулят. Так, скорее всего, следующий кружок, вот, ага. И следующий, ну ты в принципе видишь, вон тот ромбик. Сейчас, сейчас пускай кружок немножко добьют. А то вот, видишь, уже минус тело, блядь, видишь? Так что, блядь, аккуратно, нахуй. Так, ну, танк не держит игру, чё я могу сказать? Ну, блядь, на него если... А, оми надо иметь, и кинуться чтобы это. Агрон следить. Может, на него стан кинулся, блядь. Амен! 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 Блядь, я... дай боб, дай боб. Сейчас тактика будет, мало хп, скорее всего, кинешь вон на ромбик. Пускай этот лейтенант постоит в оковах. Остальное, что пойдет, будет ловить танк. Танки. А чё, почему не всех? Кидай. Да, блядь. Это ссылка ХМ, потому что. Ну, так, ссылка ХМ, я, короче, все поля. Сейчас, друид дрейснем. Давай, ебани уже оковы по нему. Ну, блядь, я же сказал, жду, стою, блядь. Все, что пойдет, там, блядь, сейчас танки словят. Все, вот этого рослого бьем в первую очередь. Просто почильте 10 секунд, он наберет огром быстро. Уже есть бить. Неф небес там давайте. Потеем, потеем. Потеем. Я пока докидаю, у меня гриф стоит. Угу. Маскара не поменяла. Меня бесит кинетика в гере. Она падает пиздец с космической скоростью. Их много. Да блять, их три всегда, этих кинетики. Просто оно быстро падает. Раньше Локи отправляли петов на кинетику, и пет соло держал. Я не знаю, почему Кирилл решил, что так больше не работает. Я сейчас проверю. Надо проверить. Это не по-мужчински. За контроль этот... Нет, это как раз очень по-мужчински. У нас типа не хватает ДПС, и когда РДДшки свитчат... Я про Хэм сейчас говорю. И когда РДД свитчат в эту кинетику, это минус ДПС. А у меня есть гениальная идея. Это просто боссов подводить к сферам и клевать будут, все. Я так делаю. Да, там она так быстро падает, ну я хуй знает. В принципе, чума должна от мора, типа, от ДКшного закидываться. Ну были у нас тогда ДКшники или нет? Кунка, ты чё наделал? Не работает, там работает только прямой урон. Ничего. Поэтому магам и совам говорят же гневом первого уровня хуярить, потому что он только первый, блять, прямой урон работает и гонишь. Нет, быстрее кастуется первый уровень нужен. Нет, потому что первый прямой урон только работает, потому что маны меньше. Нет, первого уровня, чтобы оно мало маны стоило, и чтобы быстро. Да, это понятно. Ну, а что доту нельзя накинуть? Нет, дота, бегать дот не ебалом, работает. Нахуй. Периодического урона нет. Подожди, а что тогда просто много не поставили? Я чувствую, если бы люди, допустим, солчата ходили бы в нашу обычку, мне кажется, они бы выучили тактику на геру. Кажется, это ты полезно. Выучил? Нет, ты чё нахуй, я вообще не знаю нихуя, я ж, блядь, пиздец. Я уже понял. Я бомж нахуй, нихуя не понимаю. Меня забавляет просто, чем чекать, блин, ладно. Чё тебя забавляет? Ты говоришь, учи тактику, но ты сам же её досконально не знаешь. Да как кто её знает, ты тоже знаешь досконально, что ли? Все, как знаю, всё. Досконально? Я весь этот контент знаю, ну да. Спорим, есть нюанс, который ты не знаешь по-любому. Драка! Драка! Это мелочи, возможно, да. Ну вот, я про это и говорю. Ставлю.
Целка, я думал, фласки... фласки кончились, обновите масло и фласки. А вы по две давали же, да, фласки? Угу. Да. Всегда по две. Фонарь ты на двоих, левичка на келье. Попробую, работать. Короче, кинетику подержать при этом. Поставь шкаф, Юр. Ставила так-то там сзади, вон стоит еще ведь. А, сзади? Я тоже поближе стою, поставлю. Слышишь, не, не надо, не надо. Работает. Я помню, там мастер, говорил, там уже. Сейчас они проверят. Сейчас они проверят. Там от любого урона она поднимается. Сейчас узнаем. Книть? Можешь сейчас сам рой накинуть, там прямого нету, входящего как у лунного огня, и посмотришь, будет подниматься, нет. Ну, если он сразу дамажит, как типа чума у приста, то поднимется. Не-не, он только кидается и только потом дотка тикает. Рой на секунду. Фонарь, ты двоих держишь, да? Да. Окей. Боссом там отходил куда-то, писал, что-то нет, что-то не вижу. У тебя Волонара на пулице или Талдорама? Волонара. Ну, прибежал уже босс. Все, присутствует. Тогда таунти этого второго. Ну, Кунка его потанчит. Все готовы? Даю отчет. Хоть бы щит. Это с нее щит падает, да? Нет, щит падает с Леди Лантель. Танковский щит там падает, Робин. Я что-то думал, мы на лане. Ну, сейчас мы будет Лана. Самый горячий Чикса. What the fuck, от танка не отбегают, да? Да. Ребята, мы в хуэнк вообще-то. Обычка, чё вы? Да. Вообще похуй. После таких человых обычек, блядь, в Герри и Вайпы, блядь. Не трогайте, пожалуйста, кинетику в центре, которая на лестнице. Не трогайте, уберите руки от нее просто. Крестик, да? Давай посмотрим. Да. Ну что, не бьет, Пет? Не бьет, Пет. Рой насекомых тоже не бьет. Вот, видите, бьет, поднимается. Любого... Он ее долго бьет очень. Да он не бил ее, вот когда я смотрел. Свичнитесь, или сета. Пети келли, два на полу. На самом деле от питомца должна, потому что он прямыми ударами. А с него все спадет, все, что там висит. Короче, все, типа один лог держит кинетику, выяснили. Так было и будет. По идее, это оно должно работать. Так, Юля, Пет бьет твой, да? А, нет. Да, видишь, мой держит. Крестик, посмотри, хорошо. Где. Ну это ж не на всех пятах, только на ржавиков. Не, ну это хорошо, это прям замечательно. Потому что это... Лучше дамаг Пета потерять, чем дамаг целого игрока. Хоть как бы там... Типа, вот смотрите, апчи тоже держит соло кинетику. Апчи нихуя не слышно. Чё? Чё говоришь? У меня там Пета хуй это держит. Хуй все это держит, там, одек. Как долго, ебать. Важная информация. Пиздец, он там дотки накинул, Пета своего призвал. Пиздец, и держит, да? И держит, прикинь. За что? За хуй. Как же не понять? Знаешь, как шля... Ладно, не буду. А, то есть про хуй говорить нормально, а про шляпу, типа, не... Блин, шляпа это взрослые вещи, шляпа взрослые вещи. Надел мужик шляпу. Блин, похуй. А что ты там, блядь, дико-то там улетело, нахуй? Сюда. На танке, блядь. А ты. А ты виноват, Андрей. Я тебя проебал немножко ДПС. Извини, пожалуйста, больше не буду. Там сидит там пытка разума, пытка разума, пытка разума. Да нет, побольше кнопочек. Надо кому-то это параш. Все не так, как в армсе у всех, понимаешь? А на ДК на пулю тактика фонарь, сори. А это не сойдет. Там Кунка все страдает почему-то. Так, ну массе обчи ставьте. Там кольцо вроде на хила было. А, это не на хила, это скорость. С хитом, с хитом. Да-да-да. Ну ставьте больше. Кунка, как тебе в темных землях? Понравилось? На пороге? Три моба хуярят. Да это Кунка, блядь. Запу на танка не на. Перчи на танка никому не надо, да? Слушай, максимум дело надо брать, это на леди, нахуй, чисто бэшал бух. Так. Не забывай, звучит, кому что снимать. Сейчас с этими с кольцом разберемся. Кумка, где кольцо, кстати, на туре? Апчи, ты сколько ставил? Только вот разошел. Массе не надо, Рома? Апчи 10. Кольцо. А, ты не. Ты его только сейчас увидел целка, да? Когда я тебе сказал об этом? Нет, я не дома, поэтому не было времени. Я в отъезде просто все еще. А, ладно. Нет, стервей не скинул. Ты чест берешь, да, вот этот? Сразу.
Так, ну и стервей, чест, грудак, минус 10. Все, погнали. О, изгнание тьмы сбил. Глад? Ну, пиздец, блядь. Подошел. Блин, тролль надо. Увидел, а что. А удар лича, кстати, сбивается. Да. А че вы его не тикаете? На вас доебаться, что ли? Нет. Говно пакет. Сейчас вдаемся. Если я не могу тикать касты из-за того, что кастомный сервер мне не позволяет. Хаджом и расовый тикать, то почему вы не можете? Пошли, это фонарь. Покажем Лане, где раки зимы. Спойли все. Нет, не буду все. Низко. Так. Хотя бы этого тактика разбить, а там уж пуль все. Надо и второго, надо и второго. А, вот это. Просто засекать 10 секунд и его нет. Раз, два, ой, три, четыре, пять. Что-то вы дамажите слабо. Шесть, семь, восемь, девять. Десять. Ну я же говорил, блядь, 10 секунд, так. Еее, сильный рейд, сильный рейд. Сильный пиздец просто. Хотя мы тихо, тихо! Ебать. Лут с лича продаем. А, лут, да. Лича? Там клятву, а... короче, Кирилл говорил, на клятву какой-то, ага, друид будет. Клятву, я поняла. А за сколько не говорил? Ой, блядь, сейчас я открою ПМ, посмотрю. Ща. Так. За 80к он писал. Угу. Он тебе написал сейчас? Ай. А можно диспелнуть? Маз диспелл. Ник нем за у него, да, Юля? Пока еще не... Он не в Дискорде пока пишет. А. Бля, встань. Все. Так, ну надо это, немзу этого найти. Короче, Крис. Крис 80к сказал. Кто сказал? 80к типа за Крис. А, это а. Кирилл, блядь. Нет, все, клятва 80к. Это он просто... Все. Вот, 80к клятва. Да-да-да, все-все. Нем за друид. А что ему диз дать или что, ли в пати его кинуть? Не, не надо, я сказала, что он пока на лане, я ему дам пати перед личом. А, это вот это, да, друид тебе, это самое? Он не пишет в Дискорде. Все, понятно. Ладно, ну главное, что на связи. Все, ешьте рыбу. Короче, первая взлетка сейвы дает... Кто нахуй дает? Никто не дает. Дает гимн на хп Пристена и владыка ужаса. А на второй взлетке все остальные присты даете гимн на хп и фонари добавляешь эту, как она называется, сука? Массакрус. Да. На первый не сливай. На первый мастерауэр на тьму Бобрус, он на второй мастерауэр на тьму Реслин. По укусам там знаете, что как кусать надо. Чек на пульт. А у нас же еще Т4 ДК есть. Точно, Т4 ДК нахуй. Фонарь на первой взлетке даже, ДК на второй взлетке даже не зыбко. Ой, ответь, Милхант. И этот чат. Пишите этому... Мне клятва нужна. На завтра. Что уже? Ну, на завтра. Да, если вы мне в ханту надо. Ну, возьмите его во второй рейд, в чем проблема. Ну да, вот. Да, да, я... Короче, я ему написал, это, чат у меня прокрутится, так что это самое. Давайте, даю отчет вашим. Завтра тогда? Да, давайте убьем. Не сорвите агро, там нормально. Тут тотемы поставил. Не подходите к тотемам на взлетке. Кстати, трепета поставлен. Скажешь, когда я могу. Фонарь, ты им тэшишь, да? Угу. Бля, тринку не переодел. Короче, укушу Аделя за попку. Хисяка выноси. А почему не меня, кумка? Попозже. Милфант нажми фуда. Тель, там где стоишь? Слева, справа? Не вижу пока. Дошел он, Мелизону, к тебе. А, вижу, вижу. Не двигайся. Хорошо, сладкий. What the fuck?
килует. Так, Бобрсон, выноси. Красава. Котяра, ебани Эйнар по войду. Мася, можешь посей дать от КДшиться к концу. Или там дадим что-то уже тотему. Так, уджи жопка, ты где у нас стоишь? Вот сейчас на эти тени надо будет человека... Даже зубы, короче, на всякий. Подошел к миле. Ага, стою раз. Интервейт дам, если что. Так, Арислин, ну... Это... Скинул, да? Все, заебись. Нормально. Давайте, мам. Да, конечно. Да, конечно. Так, от тотема фрейндж набрали. Так, я первый гем даю, да? Да, у нас сакру. Бля, Бобрсон, встань и веч. Заебись. Калгеру добьем, не? Не успею. Нет, давай гера. Еще, давай еще укус. А куда у нас еще? А мы вообще без гера, походу, бьем. 3 минуты КД. Да и похуй. Уже на трэш впустили. Стоп, серьезно на трэш впустили? Да. Не знаю, кто нажал. Похуй уже бить. Похуй. Конечно, ДПС хватает. Это целка хм, вы чё? На, ложимся нахуй, да? Лужу заходим. Ложимся. Заново начнем нахуй. Квест на шм делать будем. Ну, сколько? У меня через 7 секунд. Так, пам. Все, я подойду. Сзади стою. Прям сзади? А вот ёбаный рот. Да, по трансмогу тебя видно. Секс. Пизда, такие лаги нахуй. Шапа вон укуси рядом, нахуй. Я заебался еще таки, да. Писайте танков срочно, иначе вайп. Ну Милфхант, нахуй, разъебите его. Ну чё это за залупа? Почему Милфхант, нахуй? Что за проблема у тебя? Почему ты не знал? Ну я хотел укусить, но не успел. Ёбаный. Я встал прямо перед ним специально, чтоб меня укусил, и он просто убежал. Разъебите его, пока он нас не разъебал. Вижу. Все нормально. Хильте мили, там трапа лежит. Уже похуй, уже блядь. Еще... О, багруха. Это моя. Багруха. Мне. Это моя. Мне, моя. Это моё. Это да, мне. И так уже лежит в рюкзаке. Так. Это третью за сегодня вижу. Левичка, я давал два покрытия, тебе этот... На сову закину два покорителя. Если надо будет. Два дискорд читай, Феникс ответ. Да, закидываем. Идем дальше пулить трэш. Сегодня без перекуров. Пошли, пошли, конечно. Фонарь, я сзади. На трэше там перед синдурой почилить, только не все. Че там Кирилл в ответ написал? Ну, я переписываюсь с этим друидом. Ждут, когда ответит. Он мне вообще ничего не писал. Мне чел написал, типа, меня к тебе отправили... Пуха и слеча, я сначала ничего не поняла. Да, я его, видишь, я то, что шаманом пошел, он-то моего друида ник скидывал этому челику. А я сказал ему, чтобы он еще других офицеров... Да, что-то он не отвечает. Некрасиво сделали, нужно было вначале до КД это говорить. Да. Он типа сейчас молчит, я не знаю, либо он вообще сольется. Я вообще про эту хуйню забыл. Я вообще про эту хуйню забыл. Че, я бы на месте, типа, Кирилла и вообще на офицерском месте, я бы сейчас не давала Милханту ролить. Продала бы на следующем КД заберет, надо было раньше говорить. Но опять-таки да Милхант не знал об этом. Он не знал. Это тоже... Кирилле, что ли? Такое... Я бы наоборот... Не, справедливо не будет важно, отшить Байер. Ну, чё, да, чувак, я уже написала ему, что, типа, давай завтра второй рейд, но он молчит. А, изгнание, пизданом. Я ему написал перед пулом. Я не знаю, писал мне что-то нет. Это выйдите служи, чтобы не сдох. Выйдите, не успеем прохилить вас. Ненадолго выйдите. Тикайте косты. Просто и все. Напуливайте. Даю, брат. Ну, короче, как бы ничего такого страшного не произошло. Ну, блять, я, честно говоря, забыл про эту хуйню. Ну, потому вина. Что, ну вообще да, потому что голды в банке нет, Кирилл об этом говорил неоднократно, я так понимаю, сейчас мы много чего будем продавать, и если мы себя вот так вот зарекомендуем, как продавцы хуёвые, не знаю, ну типа я просто знаю, каково это занимается продажами, у нас миллионами в банке было, мы продавали, вот, правда, мы опять продавали. Просто мне выбор недавно за 130 предлагали. Ну вот, например, смотри, Милфхант. Сейчас пусть Серега скажет, что еще раз?
Говорю, на место ханта себя поставьте, человек 1000 так, КД уже проходил сюда. Вот в том-то и дело. Ну, это да, понятно. Да. Виноват, Войд, мы уже сделали выводы. Ничего продавать себе не будет. Ебать, в смысле виноват, Войд? Нихуя себе виноват, Войд, ебать. Че ты не предупредил? Продажа я, будет. Я говорю, я же забыл. Про вот, значит, кто виноват? Я, блядь, в смысле? Посмотрели? Нет, не видели. А где, где он? Не получается, во второй рейд у него. А, у ханда, у этого друида, да? Или... Он сказал, что уже на сегодня договорюсь, его не братанет, все. Были рейды, когда эта пушка никому нахуй не нужна была, типа, а сейчас видишь, нужна появилась. Луна не нужна была, типа, за ней все ходят. Хуй типа, знает. Драка! Я драка! Ждал, Петяр ее ждал, типа, да хуя ты ее ждал, кому она не нужна? Милфант, что скажешь, Милфант? Что он скажет? На первом месте должна быть гильдия, типа, Милфант пришел в рейд, его не предупредили, он ее забирает, и будь прав, типа, да? Да, все да. Правильно, я тоже так считаю. Поэтому я считаю, надо свой до голды в габане. Нихуя себе, блядь, нашли козла отпущения. Половину в сумму воет, пожалуйста, или половину ЕП выбирай. Да, все нахуй. Хоть могу занять по 10%. Ну, и на ноги посадили. Все ясно, нахуй. Кирилл, кстати, наверное, тоже должен был подумать, типа, хз. Да, забыл, меня нас. Предупредить. Положился на Войда только, Войд забыл, человечество. На да, Кирилла это... тоже вина есть, почему вообще это гильдия? Пивной фактор, это просто Рокко выжил. Пивной фактор. Виноват. Пивной фактор. Пивной фактор. Вопрос, вопрос, ребята, смотрите, набор в гильдию спамить нельзя, а можно спамить продажу? Ну, типа, допустим, я бы посидела, поспамила, типа, продадим лут такой-то, такой-то, такого-то, такого-то числа. Это не запрещено? Так можно уже спамить. Наверное, нет. Ну, гильдию типа раз в 15 минут можно. Только нельзя меж серверами голду продавать, а так можно. Да, вроде правильно говорит Пен. Типа у нас действительно нет голды в банке. Я не знаю, на что покупать все. Я много спамил, типа, о продаже. Ну да, Юля, и за это ты получаешь там комиссию свою. Мне не нужна, типа, дело не в этом. У него стурбник. Если это надо, то это я всем, это не только Юле, это всем, кто находит байера, получает, ну, давайте, сколько там давали, есть какая-то... Ну, мне он где-то 10%, 10%. Да. Ебать, Рита, а вот это то, что ты мне в ПМ скинул, это что такое? Это прям какая-то разница? У меня просто ДБМ пул 5. Ну, смотри, слышите? Я да, дорогие, да, 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 дайте Сереже можно сказать. Можно перестать всякие магики Грулы Хейм раздавать по две фласки БКшные. Да, ну, да, типа согласен. Да и вообще там просто. Да и в обычке нахуй они не нужны нахуй. Тут смотрите, понерфли на все. Увидели, сколько хп у боссов, блядь. Фласки тут пить нахуй. А, ивент. Знаешь, зашли. Чё, фласка БК 500 голды, охренеть просто. Что а мы по косарю просто зашли, 20 косарей. Смотрите, кто похилил Валитрию. Там просто это, вот, у нас есть такое предположение с Андреем, что там ботов просто переключили на другую траву. И сейчас одна подешевела, очень пиздец как, а другая подорожала пиздец как. Нам падать надо, кстати. А из-за этого банки очень дорого ясно, стоит. Ясно, блять, охуенно. Мне это все охуенно нравится, блять. Я СС накинула, падайте. Вот ну, вам не скажешь. Кто-то зашел. Вам не скажешь, что не заходить. Гляньте под хилю, Валитрию. Знаете, под взрыв, вот все под взрыв встаньте. Друид зашел с сова. Пизда просто, блять, охуеть. Я заходил, она не сагрилась, не надо мне рассказывать. Я стоял уже на ступеньках, когда ее сагрили. Кто отхилил Валитрию, тот и виноват. А не что знаю. Диван ты даешь мне? Вот диван ты мне дал, молодец. Так сними и все. Снимайте и сдыхайте. Я, кстати, не отдал. Быстрее все сдыхайте, это тело не покидайте там, когда только свейдится, уже скажете заходить. Здесь диваны есть, СС. Тут диваны работают. Снимите по-моему. Диваны. Снимайте все ебучие диваны, все умирайте. Ёбаный рот, нахуй. Кто зашел, напишите, блять, почему столько РТ прошло, вам до сих пор непонятно, что туда нельзя заходить, запускается Валька. Когда живые пока два. Валька жива, да, запускается. Свейдилась? Ебучий, нахуй. Свейдилась там, вы встали? Да. Всё. Да, да. Все, летим. Я, блядь, сдал рано, лечу нахуй. А, макрос. Ах, честно, я бахуя. Макрос в чат. Я не знаю, думаю, я в макросе. Ты реально летишь? Почему ты летишь? БМ5 еще. А он ХС нажал, я видел это. Я портанулся нахуй, да? Нахуй надо, блядь. А, Войд, я понял, Войд. Да как хули? Найс играешь, блядь. Найс играешь, блядь. Да как хули, я что, должен подыхать, как бич, что ли, нахуй? Я такой залуп и видел миллион раз, нахуй, вайпы, а на вальках, блядь. Шкаф,
Так нахуй шкаф, ебать, ну... Да, ну самолете хули навалить. Поставьте шкаф, да, поставьте. Хули, да. Я могу и сам добежать, только на минуту а дольше хули будет. Подожди, а хули вы тебе самолет должны по такой логике? Потому что вы сагрили вальку, нахуй сдохли. Вы заебали пиздец уже при сумонте, и ты похуй. Это не только его надо сумонить. Да вы еще... Дай мне минутку. А, все. Ассист хочу проверить макрос. Да, сейчас. Бля, Панер, у тебя есть там скайфласки? Давай, у тебя остались еще? А есть, две штуки есть. А че, а кому? Это просто макрос. А там риф. А зачем? Там саппорт сейчас дальше нужен только. Ну, забери обратно макрос. Так, этот самый... Рит, у тебя хила тут нет? А, Реслин, давай в хэпала. Реслин в хэпала. Я с тобой полетаю. Блядь. Остальные четыре хила тут оставайтесь. Короче, я с ним добазарилась. Завтра он придет в 9 вечера. Хорошо. Юлька спасла жопу Войда, блядь. Пиздец. Ебать. Сука. По-моему, придет. Сейчас бы уже... Придет. Сказал, придет. Завтра к 9 подойду. Норм, я говорю, да? Сейчас бы уже разодрали, блядь. Прикольно, да? Прикольно. Все, я ману ресаем. Сейчас Реслин ресит. Знал бы он то, что в ТТГ-10 пушки падают почти такие же. И очень часто. И пусть не знает. Хорошо, что да. Давайте, командуйте. На крабика поставь метку. Ну, крабик? Почти, где крабик? Не вижу нихуя. А, вон он. Давай, Реслин, квадрат ставлю. Ну я, в принципе, запомнительно жму и похуй. Пуляем. Давай. What the fuck, флаг не сказал. Выпил. Даже не сказал. А, макро забыл, сори, нахуй. Савчика будут, как у Никиты, акции? А, типа, левичка, я слева. Первые три плюса по вкашке. Очень надо. Блять. Давай, скорее всего... Катера тут и Юля, идите. Спасибо. Так Юля не плюсанула, где она там? Ну она девочка, блядь. Не понял, я вот лично за равные права, блядь. А я трансгендер. Можно мне тоже что-то там? А зачем? Я бы сказал, что тебе можно, блядь. Трансформер? Да, я трансформер. А я десятикон. Сука, пацаны, я-то при всей при этой пиздеже забыл, что мне вальку надо хилить, нахуй. Видите, ноль от хила, блядь. Опять Войд виноват. Войд, блин, ну ты ща под проценты попадешь. Короче, блядь, пизда нахуй. Так, вижу, где ты, Реслин. Это, встречаемся на 6 часов, как где голова Вальки. Я там за тобой лечу. Куда ли полетишь, туда я полечу. На 6 часов пиво, блядь. Пиво, блядь. Давай, давай, давай. Я вам краб на рестер-шаманах, можно вопрос? На 6 градусов встречаемся. Да, Реслин в хэпале, Рид. А, ебать, я уже думал, блядь, на рестер-шаманах пошли. Ну да, ну мы не то что пиво, мы ягуар, нахуй. Ой, ебать. Да? У них еще рации, как у тех типов из серии. Сука. Это пиздец. Что ты нахуй, блядь, этого? Что ты нахуй, блядь? Что ты нахуй, блядь? Ёпта, блядь. Нахуй, блядь. Ну сука, ну ты видишь, я тут стал... Реслин, блядь, сука. На 6 часов он встал. На 6 часов. Пизда, блядь. 6 часов? Я главное подошел, на стою, стола, тот подлетает, блядь. Я понял, блядь, полетели. Сука. Сука, вы что там пиво насосались, блядь? Да кто же насосался, я, блядь, это надо. Я такой хуйней не занимаюсь. Я не такой, блядь. А какой? Всякой. Красивый. Давай ебашим. Некогда тебе объяснять. Он на 6 часов встречается. Я работаю. Все, Реслин, видишь, перед тобой занимаю. Я даже пробегу лишние метры. Видишь, хуярим. И лишние эти градусы. Правильно. Что-то вас там хуярит сильно. Ебать, залетаем. Все, сразу летим. Давай, лети вперед, не останавливайся. Ты их активируй, ты вперед прилетаешь, ты их активируешь, и мы уже летим и задеваем их, нас они задевают похую вообще. Ебать. Имба тактика. Жестко. Вообще, блядь, пиздец. 300 IQ. Жестко, блядь. 300 IQ, нахуй. Сука. Жестко, блядь. Ты не а просто... А если мы знаем руканя попрыгаем, там есть его? Ебать, ты чё, блядь. Это 4... Ты уже 400 IQ, нахуй. А Реслин же должен быть. Вот бы ауру пива. В ауру. Я куплю мастера. Че говоришь, Рит? У тебя 210 нету? Нету, нахуй, да ты че, блять. Я бы еще заморачивался, нахуй. На всю эту хуйню.
Ёбаный рот, быстрее надо. Полетели, полетели. Печка справа. Ебать, подожди, сука. Все, летим. А кто там сзади летает, нахуй? Да, заберите Волтырна, он за мной бегает. Да, это Эршамчик второй. Понравился. Воронка, сука, мана кончается. Че, Реслин, сейчас или когда? Или еще раз полетим? Че там по стакам, я хуй знает. Хули, еще раз, нахуй. Где можно Геру? Зачем? Геру 20% осталось, вы че? Да? Или Геру не отдавать? Он в портале пока. Короче, даже Геру можно не давать. Он вышел, давайте. Короче, вы дохиливайте, а мы полетим еще разок. Чем? Да, уже зашел, блядь, в портал, потому что... Там пивко по акции, блядь, в изумруд. Да, сейчас смотри, просто я выпадаю с портала, нахуй, и просто прям в воздухе с одной быстрины захиливаю, нахуй. Смотри, я прям вишу специально в воздухе. Хуяк. Че, не получилось? А, я понял. Печка слева. Печка слева? Да, печка слева. Че, видишь? Печка, не печка, блядь. 100 IQ. 45 ой, тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой, печка. Блядь. У Реслина все равно в три раза больше хпс. Так, Реслина, осколок выпал. Удача улыбнулась тебе сегодня. Так, и какая-то сколько у тебя уже Ария? Ария. Надо кому-то это говно. Ария, я сказала. Ара, ара. Я бы взял. Ара, ара. Стервей, Блэк. Ара, ара, ара. Больше ставьте. Это его мейн или нет? Если ну, мейн, я хуй знает, честно говоря, нахуй. Ну, тебе дух параша. Стервею за 20 закидываю запы. Хисяка тут? Суманите вниз, пожалуйста, хорошо. Войда. Стервей минус 20. Это параша надо кому-то? Суманите, тыкните там на сумон. И танковские тапки. Последний лот на сегодня. На распылал конфелу даю перчи. Где ты, блядь, забыл в какой пати? А вот... Танковская не надо никому, что ли? На успех. Быстрее, за 10. Фонарь, хороший бутс, кстати. А чё, у меня даже зооман есть. Мне они не нужны. Кунка танчить будешь. Кунка. Кратос, сука. А, у Кунки тоже есть. Я Анкалфелу пока скинул. Принимаю сумон. Рессонный контент ты где? Тык на сумон, Боброса сумоним. И Милфант еще сумоните. И, скорее всего. Тык. И Реслин зашел в комнату, так, скорее всего, и будем заходить. Скорее всего, тут? А можно зайти в комнату, пожалуйста? Пошли, заходим в пизду, заходим, пошли. Да им, блядь. Сразу в пизду, Вой, отведи. Let's go! Сай! Ебать. Уже какие-то клоуны. Клоуны на туре, блядь. И же Никит. Хонг-хонг. Сейчас на Синдре, блядь, повеселимся, нахуй. Давай, там, гнев... Там будет сотёр. Давай, гнев небес, смотри. Есть? Нету, нахуй. Почему Рид сдох, нахуй? Ну как так? Блядь, Алконфел, нахуй. Ну иди, конечно, хули. Иди, иди. Два ханта напуливайте там сразу, как это подходит эти мобы, блядь, чтоб сразу там что-то взрывалось, пыщ-пыщ, ло-ло, блядь. Войдик, всё напуливает пыщ-пыщ. Моментально, просто. Он напуливает реально. Я напулы чувствую. Котяра чуть не обрыгался, вы видели? Блять, котяра. От Эдика я точно чувствую на пулы прям. Чувствую. Впервые за всю свою жизнь. Глубоко чувствуешь, да? Deep inside. Придорез. Жесточайше на пулы. Просто экстаз. Дит или дед? Так, фулбаф. Дед инсайд. Фулбаф по риду. Никто больше не падает. Потому что так. Так задумано богом. Все слышали, Войд так сказал, это Войдом задумано. Не. Сейчас, короче, пойдут мобы. Давайте перейдем вот сюда. 3D метку. Вот сюда. Чтобы не стоять в центре и не сдохнуть. Я отсюда заберу. Да, отлично. А ты с другой тогда стороны заберешь, да, Левичка? Круто, на этом мы порешили. Порешали вопрос. В центр своди ДКшник, в центр эту парашу. На пул. Если что, подгрипнешь там. О, заебись. Давай цепуху вас покастую.
Один хуй стою, нихуя не делаю. Фонарь, блядь, что за хуйня? Тебя разъебывают. Прожмись. Нет, неправда. Это бади визуальные такие. На самом деле эти тануи. Тумтить. Йоди, на кучу дал малышу, блядь. Ой-ой-ой. Чего там? Ебать, препал, у тебя трачу фонарь. Вот ради тебя ничего не жалко, нахуй. Блять, пацаны, скажите, во что поиграть? В Elden Ring или в Assassin's Creed, который я уже прошел, блядь? Роблокс. Что именно Assassin's Creed? World of Pornicraft. Вальгала. Вальгала, хуйня. Я её прошёл. Лучше Elden Ring, нахуй. Не знаю, лучше я последнюю Одиссею играл, мне понравилось. И хорошая, блядь. Я почему-то сюжетку прошел и что-то, блядь, ну... Неохота, там вот эти шаблонные, знаешь, этот квестгивер такой говорит, у нас неприятность с кабанами, там, ну или с волками, а тут вы хотите, чтобы я убил этих кабанов, нахуй, и все, блядь, и это повторяется 1000 раз, нахуй. Ну, как во всех MMO-играх, типа, так, и так далее. Ебать. RPG во всех. Нет, там есть хорошие квесты, нахуй. Вот, например, с Минотавром мне понравился, блядь, я прям ржал, пиздец. Там этот пацан говорит, о, говорит, Минотавр, там вся хуйня, потом разбойники такие выходят, и думаю, ну ебаный рот. Чё, котяра? Фарминг, симулятор. Да я ебал эти симуляторы, нахуй. И фарминги эти все, блядь. Блядь, не трогайте, пока не до центра. Ну, тогда бы обузили, типа, Адельчик. Трэш перезапускали постоянно и сосали души. Ну, вначале, кстати, давали. Это они сейчас убрали эти. Ну что, обузили? Репу давали. Mm-hmm. Арбузеры. Арбузеры? Да, арбузеры. Арбузеры. Я теперь арбузы хочу. А я дыньку. Опа. Это да.